оценку будет, уже в движении. А не за счет силы, за счет просто поворачиваешь ручками чуть-чуть. Не спеши. За счет силы нужно будет делать тогда, когда... Страховку сделали? Нет. Нет. Я не слышал. Где кнопки? А смотри, куда ты падаешь. Вот сейчас тебя ударили. Попы на нос сядет. И пухнуть. Опять. Поглади на меня. Бросаешь нога, здесь не падаешь. Убери ногу, не расстись. Ногу убирай. Аделина, Кингерс. Кто? Смотрите. Никита бросает здесь, а Ярослав бросает здесь. Встал. Ярослав сюда. Ярослав, туда бросаешь, а потом вы возвращаете. Давайте. Что там еще одно? Ну, сколько ее ждать? Мало, разогреваемся. Это наше время, дорогая. Мате. Гляди на живот. Гляди на живот. Вы сюда вдвоем. Вы переходите туда. Так. Вы вчетвером здесь, вы вчетвером сюда переходите. Легли на живот. Лицом ко мне. Итак, честь вот эти. Акина. Оно. Двое. Три. Все. Все. Еще раз. Мне не надо говорить все, не все. Делали, лежите. Я скажу, когда надо. Припресс посвяти что-нибудь. Uno, dois, quatro, três, acho zé, uno, dois, três, quatro, três. Приехали, смотри, приготовим, тебе, может пушку пойти, может пушку поверить, больше, иди, не отпускаешь тебя. Так, сюда переходит, дернись. Бежи. Теперь патруль делает. Патруль. Вот ты, а шизей, пред. Аджина. Так. Так. Мате. Значит, сейчас сели на колени. Еще раз, на колени, ваша задача набить по сутевой. Раз, сто раз. У меня дети занимались большим теннисом, я их заставлял, мучил. Я видел вашу книгу. Они могут, мне могли тогда набить 1000 раз. Смотрите, по сутевой так. Расстояние должно быть вот такое. Переворачиваем ракетку. 100 раз так. Оп. Так. И 100 раз так. Правой, левой, правой, левой. Я буду вас менять. Так. Девочки, подойдите сюда. Берешь ракетку, мячик и на свое место. Пожалуйста, любую ракетку. Вы подходите. Стоп, стоп, стоп. Два шага назад, мальчики. Стоп. Нет, я сказал, женой. Лазь, женой. Здесь нет. Там, туда. Туда и сюда. Да. Я где? Петя, пастор. На здесь. Сюда. Поехали. Артем сюда.
Девочки, уну, дойте и пату, пату. Вы сюда. Один туда, другой сюда. Лицом ко мне. Что стоишь? Андрей! Андрей, пожалуйста, я тебя прошу. Я вижу, что ты любишь немножко. Это хорошо, что ты любишь поругаться со всеми. Может, бороться хорошо будет. Хаджи! Нет, надо вставать. За мячом можешь встать. Мяч упал. Да. Пошли, пошли. Нет, жилы, 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 жилы. Сели на колени. На коленях набивай. Пошли, на колени, на колени. Сейчас буду проверять. Делайте сразу хорошо, Артем, не надо. Делайте сразу хорошо, потому что потом тебя принимают и правильно. Спасибо. Так, Матвей, Георгий, ты где? Григорий, да. Туда. Я тебе показал, где твой угол. Ты туда, Вадим. Вот туда на угол, вон туда. Так, стоп, внимание сюда. Значит так, Артем встал, 30 раз хочу видеть. Уну, зори, трей, пату, чич, шахту, шахту, оп, ноу, дети. Уну, зори, трей, пату, чич, шахту, оп, ноу, доузети. Уну, зори, трей, пату, чич, шахту, шахту, оп, ноу, трей, дети. Так, теперь другой стороной ракетки играем. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Смотри, 10 так, 10 так, 10 туго грязку, 10 туго грязку. Пошли. Все, 10 раз. 10, 10 и 10 сразу. Что ты ходишь? Ярослав. Кого? Так это мой. Что ты, куда убежал? Туда? Потом посмотрим. 10. 10. Так, стоп, смотри. Андрей Белкоя. Да все равно какой мячик ходит. Ракетку. Еще раз показываю. Что? Остановились. Еще раз. Посмотрите. Не держим вот так ракетку. А вот так. Ракетку держим вот так. Раз. Видите, этот пальчик здесь. Если вы будете вот так держать, значит, в теннис плохо будете играть. Значит, сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Значит, внимание сюда. Вы вдвоем. Вы вдвоем. Становитесь сюда. Ваша задача 30 раз друг другу перебросить. Понятно? Вот здесь. Это будет сложно. Так учитесь. Вы. Почему? Артем. Что? И сюда. Вы вдвоем. Встаньте, пожалуйста, вот сюда. Пойдем. Так, кто у меня здесь? Раз, два, три, четыре, пять. Так, Олеся упасила. Михаил сюда. Андрей сюда. Так, вы вдвоем сюда. Один сюда, другой сюда. А, наоборот. Один сюда, другой сюда. Вот так. Пошли, играем. И сверху, а стараться снизу. Пошли. Леся, проснись. Ой, Михаила, проснись. Что вы все время поездом заправляете? Один раз завязали и все. Ну, кто 10 раз может передать? Давайте, хочу посмотреть. Ну,
Живот. Десять бутылок. Пошли. Оно. Оно то же самое. Вперед. 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 Тебя ждем. Оно. Оно. Двое. Три. Патрон. Чич. Шарта. Шарта. Вот. Ноу. Здесь. Три. Оно. Двое. Три. Патрон. Чич. Шахта. Шахта. Оп. Новый. Начни делать. Дай мне ракетку, пожалуйста. Да, можно. Дай мне ракетку, тогда я сядь туда. Значит, внимание сюда. Вот этим ракет, я что сказал? Положили ракетки мяч. Положили. Еще раз. Этим ракеткам, вот я еще буду их купил, буду подшивать, да? Значит, этим ракеткам, вот этим ракеткам, они больше лет, чем вам. Почему? Объясняю вам. Я всем, кто начинает, объясняю. Ракетки не бросать, не стучать. Держать в руках и не касаться, только мячиком. Тогда они будут всегда... Могу ракетку показать, который 25 лет не бросает два. Который 25 лет. Еще раз. Вот ты стучишь, очень плохо. Еще раз. Руки держать надо. И четко набивать. Не надо стучать здесь, так стучать не надо. Поэтому я вам дал еще 10 приседаний. Ставим. 10. Пошли. Уно. Двое. Три. Патру. Чинь, шахта, шахта, оп, я же писал, что у тебя болит. У вас болит, хорошо, посиди. Здесь, здесь. Матя, аккуратно, девочки, сначала кто, мальчики, положите мячики в ракетке. Покушал что-то? Хорошо, значит, я тебя отпущу. Все, можешь сюда идти, пойдем, я тебя жду. Так, положили ракетки, мячики, мальчики и девочки, пожалуйста, аккуратно. И садимся. И садимся. Так, внимание сюда. Ушли сели. Садитесь по два человека. Так, сейчас становимся. Как становимся? Обязательно становимся под лампу, там и здесь. Почему? Если мы становимся здесь, видите, там уже кто-то попал, уже надо мне лезть и снова заделывать. Отсюда вы попадаете в лампу. И еще раз. Один здесь стоит, другой там. 300 бросков. Вы, пожалуйста, сюда. Вы вдвоем, вот вам мячик. 300. И считать вслух. Каждый десяток вслух. Вам, пожалуйста, вот здесь рядом. Что можно? Начинать? Да. Вы вдвоем, пожалуйста. Вот сюда. Вот сюда. Мне сразу же лампу. Ну, дай мне лампу. Пожалуйста, вот сюда. Подвиньтесь, пожалуйста, бегой. Куда еще? Все, готовы? Я вышла. Еще раз. Стоп. Дай сюда. Ближе. Один. Стоп. Внимание сюда. Послушайте меня внимательно. Когда вы делаете бросок, я должен посмотреть. Я смотрю. Вот он готов или нет? Не готов. Почему? У него руки внизу. Я смотрю на руки и смотрю на лицо. Если Артем вдруг подвернулся, кто-то его отвлекся. А вы его бросаете, вы в лицо попадете. А если вас попросил мяч бросить, учитель физкультуры? Нет, а вы взяли, сейчас, а вы взяли, бросили, а он отвернулся, вы в лицо попали.
Вот учитель физкультуры, правильно, нужно перейти и отдать мяч. Вот так. Да. А своему партнеру, для того, чтобы посмотреть. Артем, руки. Готов? Все. И смотрите, бросил, то бросил руки. Расслабил и сразу поднял. Длительные руки. Одна нога впереди, одна сзади. И отсюда. И постараться кидать ему. Хорошо, если вы кинете туда-туда, он тоже не будет играть. Постараться. Итак, отжимаем. 300. Пошли. 151, 152. Чувак, говорите на поясе. Пошли. Я считаю. 26. Стоп. Вот смотрите, зачем я вам это даю? Во-первых, пальчики укрепляете, ручки, плечи. Дальше, если вы взяли мячик, поймали и считаете, раз, вы не раз считаете, а ждете долго и бросаете, не очень хорошо. Я бы хотел, чтобы вы бросали чуть побыстрее. Это уже ближе к волейболу. Вы понимаете? Держи ручки. И пошли, быстрее. Все, видишь? Так неправильно бросай, не бросай в сторону, когда лезешь. Очень высоко, ниже, быстрее. Репите. Пошли. Можно чуть ближе встать. Сильно очень бросаешь. Нет. Что? Не надо там локти. Чуть-чуть на весик, а вот так прячется уже. 50. Пошли. Бросаем правой рукой. Мэна. Зря. Слева стынга. Стоп. Смотри. Положил мяч вниз. Стоп. Георгий переходит сюда, Вадим сюда, вы переходите сюда, Михаила переходит туда. Готовы? Пошли. 20 бросков, 30. Пошли, бросаем. Георгий сюда, вот так, ручки. 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, стоп, перешли. Денежка туда, пожалуйста. Михаила, положи мячик и сюда. Приготовились? Отсюда, новый день. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мягче кидает. Мягче, он же потяжеление. Пошли. Хорошо, Матвей, перешли. Мячик опускаем и переходим. Так же, да? Пошли. 20 бросочков. Аккуратно. Не ругаться. Если вам что-то не нравится, скажите. Да. Артем, чуть выше. Хорошо. Матвей, перешли. Перешли. Так, смотрим внимательно. Сейчас вы сегодня ведете мяч правой рукой. Стоп. Эти мячи мне сюда. Тяжелые. Давайте. Каждого мячик ведем в баскетбол. Я тоже сейчас не знаю.